Я вам поясняю. Вы не понимаете? Вы не понимаете, что произошло, сержант? Вы до сих пор не понимаете, почему человек залез? И нас добивают. Нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. 100 норм за смену даешь, понимаешь? 200 норм за смену. То есть только за один месяц, август, Алижан была перевышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала 122 часа за месяц. Годовую норму выработала. 200 норм за смену! 200! Что привело к самоубийству. Там какие-то, ну, типа, мелкие проблемы с графиками. Так уголовная ответственность вам понятна? Понятно, да? Множество противоречий в показаниях. Есть информация, которая противоречит показаниям свидетелей. Доведение до самоубийства. Даже не придало значения. То есть вопросы с графиками. Руководитель диктатор. Айжан плакала и твердила: пожалуйста, пожалуйста. Многие не выдерживали, увольнялись, нарушались трудовые права. Факты сверхурочной работы на постоянной основе. Недопустимо, в том числе по закону. Да не надо со стороны закона. Поделали заявление на сверхурочную работу. Пахала, как белка в колесе, и начались репрессии. Потому что сказали молчать об этом. Всем подменяли сверхурочную работу. То есть опять колоссальная нагрузка. Отсутствует отметка о согласовании графика с двумя профсоюзами. Было выявлено 23 нарушения. Всем привет! Сегодня 3 марта 2023 года. Хочу поведать о новых репрессиях, которые творятся в травматологии города Сургут. Для начала зачитаю статью Евгении Кротовой, это адвокат потерпевшего, муж погибшей медсестры. Годовая норма за месяц или авторитарный диктат труда. В Сургутском городском суде рассматривается резонансное уголовное дело номер такой-то по части 1 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» по обвинению старшей медсестры РАО-2 СГТП Матвейчук Ольги, которая, по версии следствия, за жалобу на ее действия устроила травлю медсестры-анестезистки Ташмагамбетовой Айяжан, что привело к самоубийству. Судебные заседания продолжались допросом потерпевшего, мужа Айяжан, а также начались допросы свидетелей сотрудников отделения. В своем допросе потерпевший Радик Ташмагамбетов подтвердил факты травли со стороны Матвейчук, а также отсутствие других значимых событий, которые могли бы повлиять на трагический исход. Айжан любила своего мужа и дочь, спокойно относилась к бытовым проблемам. Ситуация производственного конфликта, который был умышленно создан на работе, породила у Айжан ощущение безнадежности и безвыходности. Заведующий отделением Владимир Р. подтвердил наличие конфликта и пояснил, что Айжан и другие медсестры обратились к нему с жалобой на неправомерные действия Матвейчук. Ну, поясню, что Владимир Рудаков, он основной причиной обращения жалоб к нему коллектива объяснял, что там какие-то, ну, типа, мелкие проблемы с графиками, что-то там, ну, и другие рабочие вопросы. Ничего такого, типа, он серьезного не усмотрел. Итак, устанавливается ваша личность, назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество, дату и место рождения. Рудаков, место работы. Сургутская клиническая травматологическая больница. Должности? Заведующий отделением анестезиологии и реанимации номер 2. В таком случае предупреждаешь у вас, что задача заведомо ложных показаний или подзаказ задачи показаний, а свидетель несет ответственность в соответствии со статьями 307 308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Так, уголовная ответственность вам понятна? Да. Понятно. Да. Ну, почти вы не отреагировали на жалобу ни на устную, ни на письменную, непосредственно как руководитель отделения. Жалоба была же, она не умела видеть, в чем дело. До этого Иран приходила к вам лично. Тогда вопрос был разрешен. То есть я вообще даже не придал значения. То есть вопросы с графиком – это хронический вопрос, происходящий периодически. То есть это не первый раз, не в нашем отделении, а вообще в целом. То есть это не первое отделение, которое я работают. Это текущая ситуация, которая происходит постоянно. То есть вот планерки у вас происходили всегда, в 7.45 или раньше? Да. С графиками вы говорите, что это хронический там вопрос, периодически возникающий. То есть все было как обычно, почему именно в этот момент необходимость к вам прийти была? Не могу сказать, что... Итак, пожалуйста.
Да, Ваша честь, у меня имеется ходатайство об исследовании с участием свидетеля заключения Департамента здравоохранения, который находится в томе 4-м, лес дела 56-91 с аналитической справкой. Я хочу задать вопросы по данному заключению. Я спрашиваю у свидетеля, он говорил о том, что да, доводили информацию, есть информация, которая противоречит показаниям свидетеля. Однако он посчитал конфликт исчерпанным в тот же день и никаких мер реагирования не принимал. Также заведующий подтвердил факт неукомплектованности кадрами в отделении и колоссальную нагрузку в период пандемии на сотрудников. Коллега Айжан, медицинская сестра Светлана Б., указала на то, что в последнее время Айжан изменилась, стала грустной, задумчивой, а также подтвердила, что не поддержала Айжан в ее решении подать жалобу на Матвейчук. Свидетель Анна М., которая работает санитаркой в отделении, подтвердила свои показания, что видела накануне трагедии Айжан в кабинете Матвейчук. Айжан плакала и твердила «пожалуйста, пожалуйста». Необходимо отметить, что все свидетели – это действующие сотрудники, которые, безусловно, находятся в зависимости от администрации больницы, покровительством которой, по версии обвинения, пользовалась подсудимая Матвейчук. По ним видно, что ссоры из избы выносить на общее обозрение нельзя. Вместе с тем, даже в ходе состоявшихся заседаний становится понятно, что и Матвейчук, и администрации ей больницы нарушались трудовые права, как Айжан Ташмагамбетовой, так и остальных медицинских сестер. Материалами уголовного дела подтверждены факты сверхурочной работы на постоянной основе. Незаконно применялись положения Трудового кодекса о совместительстве. Общее количество часов сверхурочной работы по закону не должно превышать 4 часов в день. Это нарушение статьи 99 ТК РФ. Тут небольшая ошибочка. Не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. У погибшей Айжан переработка в месяц составляла от 50% до 100% сверх основной ставки, что во вредных и опасных условиях труда нейрохирургическое отделение анестезиологии и реанимации недопустимо, в том числе по закону. Например, согласно выписке из графика работ за август 2021 года, следует, что переработка составила 77% свыше, ну вот конкретно указано 122,4 часа, сверхмесячной нормы. То есть только за один месяц, август, Айжан была превышена допустимая годовая норма переработки. В год максимум 120, а она переработала 122 часа аж за месяц, годовую норму выработала. То есть, по сути, нагрузка на одного человека в 13 раз больше, чем обычно. За январь 2021 года переработка составила 100%, 108 часов, сверх нормы за месяц. При этом Матвейчук зачастую не решала вопросы совпадения графиков работы Айжана и ее супруга Радика. Это приводило к постоянной стрессовой ситуации, так как Айжан не с кем было оставить пятилетнюю дочь. Дополнительно накладывал свой отпечаток авторитарный стиль управления Матвейчук. Смотрите фото 3 из проверки Депздрава. Руководитель-диктатор. Именно так оценивает один из свидетелей старшую медсестру Матвейчук. Она могла без причины накричать на любого работника. Многие не выдерживали и увольнялись. При этом руководство больницы закрывало на это глаза, что и привело к трагедии. Впереди допрос более 50 свидетелей. По последней информации заявлено уже 59 свидетелей. Из них допрошено только 4. Но уже сейчас картина произошедшего становится понятной. Массовые нарушения прав медицинских работников со стороны представителей администрации больниц рано или поздно приводят к трагическим ситуациям, и это подтверждает наш уголовный судебный процесс. Вот он график работы Айжан, и тут указано, то есть по норме 108 часов, а переработка составила те же 108 часов. То есть она почти выработала годовую норму сверхурочной работы за один месяц. А вот еще одно нарушение. По закону не больше 4 часов за 2 дня. А тут мы увидим, что в первый день 8 часов из 17. Ну тут непонятные цифры, что они означают. Но в любом случае, то есть за 2 дня она явно тут переработала больше, чем 4 часа. То есть работа на износ и в сутки, и в месяц, и в год. А это график за август. При норме 158,4 в месяц, еще сверху 122,4 часа должна была отработать. То есть в месяц свыше годовой нормы должна была отработать. Это нагрузка свыше, чем в 13 раз на одного человека. Когда ей семьей заниматься? Когда ей жить?
когда и ребенком заниматься. Недопустимо лечить одних людей и спасать их жизни за счет здоровья и жизни других людей, в том числе медсестер. Хочу обратить внимание, что присутствовал на процессах на четырех, и было допрошено 4 свидетеля. И, насколько я помню, под подпиской за дачу заведомо ложных показаний и под уголовной ответственностью в их словах выявлены множество противоречий в показаниях. Будут ли возбуждены уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний? Посмотрим. Напомню, что 14 февраля 2023 года Олеся Губанова выиграла суд в апелляционной инстанции по поводу вот своих переработок. Там в ходе рассмотрения дела выяснилось, что за нее подделали заявление на сверхурочную работу. И потом на основании этого заявления издали приказ и составили новый график. И она, как многодетная мать, имея 3 детей, работая на 3 работах, пахала, как белка в колесе, вот в травмцентре, и ей это, получается, непонятно как оплачивали. Кстати, экспертиза о подделке заявления есть, а до этого она обращалась в полицию, и те не усмотрели никакого уголовного дела. Уголовное дело о подделке документа не возбуждено. То есть решение суда есть, которое уже вступило в силу, а уголовки нет за подделку. Вот из-за этого суда, то есть она выиграла где-то там 300 тысяч примерно, то есть ей должна выплатить травматология за сверхурочную работу. После этого, ну, по сути, начались репрессии, они так и говорят, в отношении Олеси и давление на весь коллектив. То есть они выставляют Олесю виновной, что вот сейчас в марте всем подменяли сверхурочную работу. И так и говорят, типа, по суду. Но это не по суду. Суд не обязывал травматологию отменять сверхурочную работу. Он обязал травматологию выплатить то, что положено Олесе по закону. А в травматологии это все представляет, что типа вот из-за того, что Олеся выиграла суд, и суд типа обязал травматологию это, отменить всю сверхурочную работу. В итоге был составлен некий график на работы на март, в котором по непонятным причинам именно для 8 человек, которые говорили правду, отменили переработки. И они ссылаются именно на решение суда, хотя оно никакого отношения не имеет ко всему коллективу. Одна из медсестер сообщает, что 27 февраля, за 2 дня до марта, коллектив медицинских сестер операционного блока номер 1 в принудительном порядке был вызван в отдел кадров, где выдали для подписания лист ознакомления с приказом об отменении работы за пределами месячной продолжительности рабочего времени, номер 680К. Данный лист содержал таблицу с фамилиями сотрудников операционного блока, сам же приказ не был предоставлен. То есть, по идее, должны сначала ознакомиться с приказом, минимум за месяц, в соответствии со статьей 103 ТК РФ. Однако их с приказом вообще не ознакомили, а с графиком за 2 дня ознакомили. Нарушение на нарушениях. С его содержанием меня не ознакомили. В одной из граф таблицы была указана причина снятия дополнительных часов, отмены работодателя дополнительных часов. Это отсутствие вакантных ставок. Но на сайте Департамента труда и занятости населения ХМАУ Югры любой может найти, что в травматологии именно есть как минимум 10 вакантных мест медицинской сестры операционной. А теперь давайте посмотрим, как у них оформляются документы. Вот он, график на март. Напомню, что я работал в Москве на заводе «Рено» с 2018 по 2010 год, 2,5 года. И был ответственный со стороны информационного отдела за правильное начисление заработной платы. То есть вот эти все ночные, вечерние, выходные, это все мне знакомо. Вот глядя на этот график, только на первый взгляд было выявлено 23 нарушения. Итак, поехали. Первое. Не указан тип документа. Образец, проект, готовый, утвержденный документ. То есть обычно разрабатывают образец, его утверждают, должен быть приказ. Потом разрабатывают проект на март, его утверждают, согласуют, тоже должен быть приказ. И в итоге должен быть только готовый документ. Со ссылкой на приказ тоже должен быть. Ничего этого нету. Второе. Отсутствует регистрационный номер документа.
Третье. Отсутствует реквизит организации. Название, КПП, НЭН, ОГРН, адрес и так далее. То есть, как идентифицировать, что это за организация и к какой организации относится график, невозможно. Четвертое. Отсутствует место составления, дата и время составления документа. Нарушение ГОСТа. Пятое. Приказ номер 680К подписан 22 февраля 2023 года за неделю до вступления графика в силу. Это нарушение статьи 103 ТК РФ. Шестое. Некоторых ознакомили с приказом лишь 28.02.2023, то есть за один день до вступления графика в силу. Тоже нарушение. Седьмое. Некоторых не ознакомили с приказом под подпись. Вообще его не видели. Восьмое. Копию приказа никому не выдали. Это нарушение части 2 статьи 24 КК РФ. Девятое. Обязаны ознакомить с приказом и графиком не менее чем за месяц. Статья 103 ТК РФ. Десятое. Нет ни одной даты и времени. Вот смотрите внимательно. Вы где-нибудь вообще в этом, вот на этой бумаге, я не знаю, наверное, туалетной бумагой, и то лучше оформлено. Тут вообще ни одной даты нет. Ни одного времени нет. То есть, когда был составлен документ, кто вот эти вот закорючки, когда поставил, непонятно. Ни даты утверждения, ни даты создания, ни даты согласования, ни даты подписания, вообще ни одной даты. Одиннадцатое. Стоит только одна подпись. Это собственноручно написанная фамилия в соответствии со статьей 19 ГК РФ. То есть, собственноручную фамилию написал только один сотрудник, это вот внизу. Ну и, соответственно, можно сделать вывод, что права и обязанности по ответственности за данный документ несет только данный человек, который оставил фамилию своей персоны. Ну, Гарась, естественно, свою фамилию не написал. То есть он не хочет нести ответственность, не хочет приобретать права и обязанности по ответственности за данный документ. Гарась – это главврач. 12. Нет печати с реквизитами организации. Тоже нарушение ГОСТ. Невозможно идентифицировать организацию. 13. Нет ссылки на утвержденную форму графика. 14. Нет ссылки на приказ утверждения формы графика. 15. Нет ссылки на приказ утверждения данного графика. 16. Отсутствуют табельные номера работников. 17. Должности, указанные сокращенной, нет расшифровки сокращения. 18. Отсутствует расшифровка букв в ячейках таблицы. Б – это больничный, О – это отпуск, В – это выходной. Обычно расшифровку пишут. Самое главное, 19. Отсутствует отметка о согласовании графика с двумя профсоюзами, которые есть в травматологии, или с представительским органом. Это нарушение статей 29, 99, 371, части 3, статьи 103, 105, части 5, статьи 113, части 3, статьи 372 ТК РФ и главы 58 ТК РФ. 20. Отсутствует расшифровки всех сокращений. 21. Нет столбца с количеством часов сверх нормы, переработка или совместительство. 22. Нет столбца остатков часов по переработке на текущий год, чтобы можно было ориентироваться, сколько часов-то уже отработано и сколько еще можно максимум по закону еще отработать. 23. Отсутствует описание временного периода, времени начала и времени окончания смены для 9-часовой смены. В графике есть еще и 24-е нарушение, которое вот... Обратите внимание, что и основные часы, и дополнительные сверхурочные часы отображены в одной графе, в одной строке подряд. То есть невозможно разобраться, какие из этих цифр относятся к норме часов, к основной ставке, а какие к дополнительной работе, к сверхурочной. Это, в принципе, тоже нарушение, они должны разделяться, чтобы сразу было видно, есть ли переработка свыше 4 часов в течение 2 суток и переработка 120 часов в год. Этого здесь не видно, все намешано в кучу. Так, давайте проанализируем вообще этот график, да, как, насколько правильно он составлен и насколько велика нагрузка только в марте. Значит, ставка по норме 157,4 часа. Здесь мы в графике видим, у 7 человек идет сверхурочная работа. Переработка в часах от 58 до 75 часов. Если умножить на 12 месяцев, это получится в год переработка, ну, примерно, да, если мартовские только показатели учитывать. То есть вот это число умножить на 12, получится 904 часа. Муся! То есть получится переработка в год 904 часа.
от 703 до 904, при максимуме 120 часов. В процентном отношении это вот эта переработка, это 62% от годовой нормы. От 50 до 60% за месяц они вырабатывают только за это, за один месяц от нормы в год. И при переработке только за март вот этих часов сверх нормы, получается, остается остатки на год по сверхурочной работе, у них остаются вот, ну, меньше половины. У некоторых меньше половины, у некоторых больше половины. То есть еще один, максимум два месяца, и все, и максимальная допустимая норма за год уже выработана. То есть опять колоссальная нагрузка. Получается, от 4 до 13 раз сверх нормы трудится. Это ж надо, товарищи! 100 норм за смену! 100 норм! Ну вот сейчас товарищ Стаханов отдохнет чуток и опять туда, вниз, в шахту, к новым рекордам даешь, понимаешь, 200 норм за смену, 200, а мы тебя за это, товарищ Стаханов, к ордену приставим, и это движение, товарищ Стаханов, назовем твоим именем. Следи, гад, за моим движением. Художник Марк Шейдер. Стахановское движение. И такое происходит во всей травматологии, со всеми медсестрами. То есть, по сути, людей выжимают как лимон, в 13 раз больше работают. Мало того, что смену отрабатывают, еще и сверх нормы в 12 раз больше работают, чем положено по закону. А у них вредные условия работы. Они в мозгах, в кишках ковыряются, грубо говоря. В общем, работают с человеческими жизнями, спасают их. И как вот человек в 13 раз выжатый, как лимон, он же в любой момент может ошибку совершить. Либо на работе, либо дома. И наверняка это все отражается и на семейном состоянии, и на климате в семье, и с друзьями, и с коллегами, и на самой работе, и на результаты работы. Но главный вопрос в том, куда департамент здравоохранения смотрит, куда трудовая инспекция смотрит, куда прокуратура смотрит. Неужели они этого всего не видели и не слышали? Где отдел кадров? Они ничего ни разу не читали трудовой кодекс? Куда главврач смотрит? Ведь за все отвечает именно главврач. А теперь можете послушать, примерно в каком режиме проходит почти каждая планерка в начале рабочей смены и какая обстановка вообще на этих планерках перед началом рабочей смены. Там сплошные скандалы и склоки, и все это связано именно с графиками, и иногда это затягивается на час и даже на два. Планерки в подобном тоне проводятся очень длительное время. Это лишь короткая вырезка из минимум двухчасовой планерки. Пишите, кто вам не дает-то, пишите сейчас. Да так не делают, вы составили график, Лена, я завтра должна быть на работу. Послушай, приказ сделан 27-м числом, и мне поставили в такие же рамки, как у вас. Не 27-м, а 22-м. Ну, приказ сделан. По крайней мере, не знаю, тут каким приказом мне поставили в известность 27-м. Граф подписан главным врачом, вам не подписан, старший сестер. Вот 27-м я его сделала в один день, потому что так поставили меня в известность. С нарушением трудового законодательства. Ну, вот этот бланк у нас считался доп. Работой, поэтому они... Это считалось совместительство, и в суде они говорили, что это совместительство, но они договора не оформляли на нас. Вот почему это все так вышло. И с приказом мы тоже должны ознакомиться, хотя бы почитать его, что они нам там предлагают. Здравствуйте, Оксана Юрьевна. Здравствуйте. А где можно приказ почитать, на который ссылается 680К? Ознакомиться я хочу. Ну вот, который об отмене. Ну я сейчас его запросить хочу. Подождите, а вы не расписывались? Нет. Вы сейчас не дали? Нет, но мне дали просто бланк, что этот приказ существует. Я хочу его прочитать. А там прямо ознакомьтесь. А как? А приказ где? Я хочу почитать его. Что там вы предлагаете? Какие условия? Нет, значит, смотрите, мы не предлагаем никакие условия. Мы обвиняем всем доп. Работу, влияется все вакансии. Пойдем. Ну, приказ же должен быть.
А на каком основании? Как, градация какая? Как выбирают их? Мне просто вот хочется для себя подать. Только личное заявление. Это будет следующий иск в суд сейчас. Значит, поэтому смотрите, я... заявление у нас на совместительство принимается от сотрудника лично написано. Да. Все, почему заявление... нас не поставили в известность? Я не могу вам сказать, кто вас поставить должен был в известность, кто нет. У меня поставили я нет. Да, просто что? Интересно, опять же, получается. Опять получается дискриминация в трудовой сфере. Вы говорите, что кто-то из этого списка, это операционный блок наш, имеет право на совместительство, а кто-то не имеет. Какими я принципами? Не говорю, что кто-то имеет, кто-то нет. Кто захотел, написали заявление. А кто, почему нас не поставили в известность? Вот. Я тоже хочу написать на совместительство, чтобы его должным образом оформили. Нет, хотя оно уже написано с первого. Нет, пожалуйста, вы пишите совместительство или чего у нас рассматривают экономисты, и мы смотрим. Если по ставкам есть, значит, мы сделаем приказ. На данный момент я просмотрела, у меня поступали заявления. Я одно заявление даже не смогла принять, потому что у меня уже нет ставок, поэтому... Я издала приказ всем, кто работает. Ясно. А вот на сайте трудовой, где вакансии принимают, как он называется, биржа труда, 10 операционных сестер висит. Да, висит. Сейчас я буду закрывать, потому что это 22-го приказ. Ну все, это будет очередной, значит. Спасибо. Нет, я не буду расписываться, пока я не увижу приказ, который вы создали. Это не приказ. Приказ должен быть, для вас это приказ, это незаконно. Должен быть приказ вот в такой форме, где вы подробно описываете, как изменяются наши условия труда. И как условия труда? Ну вот, я запрошу, пускай дадут ответ. Спасибо большое. До свидания. Можете не зачитывать, я распишусь. Распишитесь? Если распишетесь, так, за месяц. Это все понятно. И служба лучше. Да что значит, что кто успел, Галина Ивановна? Я говорю, вот у вас есть люди, которые с других блоков. Вы им отдаете, нам не даете. На нас не хватает. Как так, Галина Ивановна? Мы у вас работаем, а не они. Вы могли раскидать без скандалов по-человечески по 0,25 на остальных. И было бы всем по 0,25. И не было бы сейчас вот этих скандалов, разборок, недовольных. Никому не сказали. Никому, никто даже об этом не знал и не слышал. Потому что сказали молчать об этом. Никто ничего не говорил. Вы вынуждаете людей, понимаете? Нас не поставили в известность. Вот с этим приказом нам предложили вчера ознакомиться. Я вам скажу, вы вынуждаете. Я не могу остаться без работы. У меня маленький ребенок. Я вам поясняю. Вы не понимаете? Вы не понимаете, что произошло, Сайжан? Вы до сих пор не понимаете, почему человек залез. А мне очень жаль, что вы этого не понимаете. А я ее видела, я с ней работала. Чем плечо? Я знаю, какой ты человек. И это происходит. И нас добивают. А вы этого не понимаете. Ну, профком, он же стоит на защите интересов работников. Вы смеетесь? Почему я смеюсь? Наш профсоюзный комитет стоит на защите прав только работодателя. Работодатель заинтересован неугодных пнуть под жопу. Сестры с высшей категории останутся с зарплатой нищенской. Он не выпнул тебя, ты сам вынужден уйти. А уходя, ты нигде еще не устроишься. И эта практика показывает. Почему под эту всю гребенку остальных всех? Для чего людей доводить до отчаяния? Для чего мы стучимся в пустые двери, нас не слышат? И начальник отдела кадров говорит, а ничем. Приказ сделан 27-м числом. И мне поставили в такие же рамки, как у вас. Не 27-м, а 22-м. Ну, приказ сделан. По крайней мере, не знаю, каким приказом мне поставили в известность 27-м. Подписан главным врачом, вами подписан, старший сестра. Вот 27-м я его сделала в один день, потому что так поставили меня в известность. С нарушением трудового законодательства. Как это не официально, а лишают официально? Это порка показательная. Кто за Губанову, значит, вам вот так вот и будет. Совместительство, которое запрещено в условиях вредных и опасных. Это... Я с вами судилась. Хорошо, снимите с меня, меня поставьте на ставку. Почему вы лишаете совместительства во вредных условиях труда? Запрещены. Вы занимаетесь самоуправством, вы это делаете специально, чтобы столкнуть коллектив лоб в лоб. Кто, значит, там с Губановой разговаривает, значит,
Значит, вот вам показательная порка. Смотрите, травматология обманула всю травматологию, по сути, своими действиями. Зачем вы это делаете? Вот этот график с нарушением трудового законодательства, потому что он нам предоставлен за один день. И подготовьте мне, пожалуйста, то, что вы меня не допускаете к работе. Решили дискриминировать? А каким образом вы берете себе совместительство? По трудовому кодексу оно запрещено. Это не вопрос не ко мне. Не к вам. Это вопрос прокуратуры будет. Я разрешение на запись не дала. А у вас никто не спрашивает, по какой градации вы делите людей, этому дам, этому не дам. Так совместительство запрещено во вредных условиях. Как вы его оформили? Вот вам не стыдно? Вы еще раз сейчас подтверждаете факт дискриминации в мою сторону. И не надо настраивать против меня коллектив. И я знаю, почему вы это делаете. Делаете не в первый раз, а очень много лет. Вы сейчас смеетесь или издеваетесь? У нас все равны, но кто-то равнее. В приоритетах у вас одни, а другим, что достанется? По какому графику выходить на работу? По вот этому. Сказали что-то не так, как угодно, сейчас находятся. Я готова пойти на ставку, лишь бы только коллектив не трогали. Я со стороны закона вам спрашиваю, не надо. Да не надо со стороны закона. Что за вечер? Вы давайте прекращать устраивать балаган. Да мы пойдем в прокуратуру и в трудовую. Пожалуйста. И в суд. Пойдем. Зачем коллектив-то обижает? Я не могу домой уехать, потому что я не знаю, как завтра мне выходить на работу. Я даже собой пожертвую ради коллектива, которых вы ущемили. Так, видишь, да? Ножом. У меня тоже двое детей несовершеннолетних. Куда-то надо девать кого-то. Вы думаете, что беспредел в Сургутской больнице закончился? Нет. У администрации Сургутской травматологической больницы началась агония. За 2 дня до начала марта они решили наказать неугодных, лишив их дополнительных часов графики. Им просто поменяли график. За пару дней до выхода на работу сначала заставили подписать приказ об отказе в подработке, а потом состряпали новый график. Понятно, что медсестры не от хорошей жизни работают больше, чем на ставку, хотя по закону во вредных условиях нельзя работать сверх месячной нормы. Подписывать приказ медсестры не стали, верхушка использует всегда запрещенные методы, толпой на одного. Когда медсестры разошлись по своим рабочим местам, они заявились к ним толпой и заставили отказаться от подработки. Эти, мне не хочется называть их людьми, ничего не боятся, и управы на них нет. А свободные часы себе расхватали старшие и главные медсестры, у них же зарплаты маленькие, а еще приняли из другого отделения других девчонок. Девчонки, держитесь. Олеся Губанова пишет. Вчера нами подано заявление в прокуратуру, Государственную инспекцию труда, Роструд, департамент здравоохранения и записались на прием Кольцову. Это заместитель губернатора ХМАО по здравоохранению. Хотя не знают про это все, но надежда в справедливость есть. Сейчас происходит именно то, что было с погибшими сотрудниками. На аудиозаписях явно это прослеживается. Какое давление оказывается администрация, но сами они не могут ответить ни на один заданный вопрос.